Гоухай, дорогие друзья, меня зовут Антон, вы находитесь на канале Крокодил Плей, и сегодня у нас Супер Митбой! Погнали в эту кровавую штукенцию. О! Справа еще, смотрю, вмазал ей, да? Замечательная игрушка на самом-то деле. The Forest. Лес. Пластыри. 0 из 20. Пройдено 0%. Мир 1-1. Погнали. Так. Право, право, shift. Вниз, space. А если просто space? Да, хрен тебя пойми. Короче, с shift'ом бегаем, на это прыгаем. Хе-хе, кровавое мясо. Опа. Далеко прыгнул. Заяц, иди сюда. Чё там так? Спейс, следующий уровень. Погнали. Право спейс, право спейс. Ага, ну давай. Все, убери мне эту штуку. Да ты чё? Бегай. Давай, 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 давай. Нет, прыгай, нет. Ага, долетели. Давай дальше. Да все, уберите мне, пожалуйста, подсказки. Ага, так, что нам надо? Нам надо туда. А мы тут допрыгиваем, нет? Понятно. Опа, долетели. А, плюс. А, там что-то было. Ну-ка, ну-ка, что это? А, это пластырь, о котором говорили, да, наверное? Хорошо, взяли пластырь. Бандаж гет! Или бандаж. Давай, давай, мяско! Он так бегает прикольно, так. Да блин, давай разгонимся. Погнали! Полетели в Киров! Стой, стой, стой! Да стой ты, стой! Мясо! Сука! Так, главное вовремя остановиться. Так, что там дальше? Дальше что надо, да? Ох ты, хорошо! Чё он всё бьёт-то, эту белое мясо он все время убивает? О, как пролетели зачетно. Шипы, слушай, крутятся, вертятся, а? Крутятся, вертятся. Нет! Что-то за уровень куда-то чуть не убежали, да? А вот это уже издевательство. Ясно. Этого-то я и не заметил. Привет. Куда он все ее ворует-то, а? Мразь такая. Опа! Это будет круто. Я хочу пластырь. А как взять пластырь? Понятно. Так точно не взять пластырь. Ладно, давай без пластыря, короче. Так пройдем. Фикси на этот пластырь. Класс. А, ну это легко получается. Да, чтобы залезть только туда наверх. Опа! Моментально умора. Опаньки. Вот это меня начинает пугать. Нет! Гори в адском пламени! Гребаное мясо!
Там... Да, это был самый идеальный вариант. Это тоже. А, замечательно. Давай теперь еще и прыгать перестанем, твою за ногу. Да ты чё, мясной человек? Не долетай так далеко. Нет. Надо просто все на скорости проходить, да? Ладно, сейчас разберемся. О! Так, а теперь? Нет! Да ты чё, почти прошли ведь? Опа! Ну, я так понял, нам слева нужно обходить. Там еще какой-то бонус есть, да? Понятно. То есть нам на нее... Так, я хочу за бонусом. Понятно. Хрен тебе, а не бонус. Ясно-ясно все. Супер Мидбой! Чё это такое? Лапсунь? Мультик нашли? А кто я? А, я ниндзя? Это какие-то бонусные уровни, прикольно. Такой он забавный ниндзя. А, тут нельзя же. Вот это круть. А как здесь надо? А как? А! Прошли. Да вы издеваетесь? Это чё? А он вообще прям летает, что ли? А, он прям зависает. А, не хватает, да? Ладно. А тут что, прям на самый краешек? Понял. Классно. Давай. Молодцы. Вы открыли Commander Video. Прикольно. Commander Video. Какой лапсунь? Опять туда же, что ли? Слушай, я не хочу. Я не хочу это же проходить. Почему сюда? Ну, прямо на второй раз уже моментально. Ну, почти, да. А, вот так вот еще можно. А, только один раз можно, можно зажимать пробел. Понятно, давай теперь вот здесь застрянем навсегда. Перелет. А почему мы опять сюда-то попали? В этот лапсунь. Я вообще не хочу в лапсунь. Давай нам следующий уровень. А, надо вот так вот было сделать. Понял. Очень быстрый, сделан из мяса. О, тут еще каких-то парения. А, вот что дают пластыри. Значит, пластырь надо собирать. Так-то. Потому что из них можно выбирать новых персонажей открывать пластырями. Прикольно.
Это интереснее, это меняет дело. Опять у нее от... избил. Давай, Супер Мидбой! Ну давай, запрыгни уже. Там еще и пластырь есть. Так, а пластырь взяли? И пластырь не взяли. Ну, то есть нужно взять пластырь еще и выжить при этом. Ладно. На ускорение-то ведь лучше входить в циркулярку, блин. Почти. Да нафиг эти пластыри нужны, короче. Не, ну так-то ведь можно взять. Сволочь. Короче, не буду я пластырь брать. Выпендриваться. Я даже так пройти-то не могу. Еще пластырь нужно взять с пластырем, еще и выжить с пластырем. Но ведь хочется. Прям ведь хочется, хочется. Сейчас главное здесь не зафейлить. Отлично, еще и пластырь взяли. Класс. Вот ведь лезвица какое, и туда, и обратно. Это как там надо пройти? Сейчас будет самый-самый кровавый уровень, похоже. Или это только, мать его, начало? А вот так вот. Вот выкуси. Накуси. Главное выждать момент, короче, да? Подсчитать. Ну, это легко будет. Это легко. Тут даже ребенок пройдет из первого класса. Если не раньше. Так, а тут что? А, ну это тоже легко. Ну да. Ну да. Все, сейчас должны пройти тут уже. Вообще тут. Да куда ты? Зачем сюда-то ты прыгаешь? Мясной кусок, а? Да, без шифта будем прыгать. А ты что постоянно? С шифтом? Да с шифтом. Улетаем в неведомые дали. А, еще все попытки показывают? Надо где-нибудь будет поумирать побольше. Наверное, здесь. Как можно было умудриться мимо всего пролететь, даже на циркулярку не попасть? Можно было допрыгнуть до бетона просто, и все. Да не здесь же. Да не сейчас же. Да не так же. Опять ничего не задел. Так. Так. Долетели, допрыгнули. Классно, 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 классно. Чё, пройдем в Супер Мидбоя. Первую часть точно. Так, а здесь можно сверху, да, прыгнуть? Эть! Что-то тут куда-то уже много всего. Я ж там нажал.
Ух ты! Вот это было крутяк. Так. Не, здесь все-таки через одну надо, не через две, через две сразу мы не запрыгнем никуда. А как я там проскочил так мощно? Прям ведь вообще там на верочку все прошло. Вот так вот. Чума. Просто чума. Ну-ка, собрались. Подожди, а там сверху есть вот эта вот фигня. А как туда допрыгнуть? Да ладно? Нафиг нам эта фигня, нам главное спасти нашу белую... Белое мясо, это, видимо, жирок, да? Раз мы мясо, а там белое мясо, значит, это жирок. А как тут реально наверх тут запрыгнуть? Если там везде камни. А! А как отсеять можно? Так. Осталось чуть-чуть. Беги! Супер Митбой! О! Разблокирован босс. Босс. Ну ладно, давай на босса. Собрали мы всего 3 пластыря. Видели еще 2, наверное, пластыря, да? Но, по идее, здесь если 20, написано, типа, все 20 можно здесь что ли собрать или еще... Чё ты там собрался сжечь? Ты дурной, что ли? Ты чё творишь, гадёныш? Это мы уже? А чё делать-то надо? А, вот я себя-то не увидел. Фига, вы издеваетесь, тут бежать-то не перебежать. Вот это босс так босс. Короче, зависли мы на боссе, похоже, теперь надолго. Беги, беги, мясной человечек, беги. Нет. Да вы чё, это чё за босс-то вообще, вы чё? Вашу ж за ногу. Это как тут надо всё это успеть сделать? Нет! Так далеко прошли и сдохли. Да как нафиг это? Что за бред? Кто это придумал эту игру вообще? Вы издеваетесь? А типа там еще сверху можно было пройти? А где финиш? А где конец-то сам? Не, ну мы там добежали до конца карты, получается. Там не было концовки. А еще? А-а-а!
сгорел на работе, короче. Лузер. Ты опять свистнул наш жирок? Это так грустно. Белки дохлые лежат. Ва. И один живой, да? Чувак, помоги мне. Помоги мне, я там... Чего? Это было ржачно. И что теперь нужно, получается, еще собирать все... А, во, мы перешли во второй мир. Прикольно. А в первый можно вернуться? Да. И в первом можно собрать все остальное. То есть мы тут очень много чего не собрали, я так понимаю. Еще есть Super Meat Boy World. Super Meat World. А это вторая часть. А это первая. Что ж, первую... Надо будет еще первую потом проходить. А мы с вами в следующей серии увидимся в главе второй. The Hospital. Видимо, госпиталь, да? Госпитализация, мать ее. Ладно, что ж, ребятушки, огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки, дизлайки. Понравилось, не понравилось. Пишите комменты. Подписывайтесь на канал, на группу ВКонтакте. Всего доброго, ребят. Пока-пока.